Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. В этом видео мы расскажем, как очень просто своими руками с помощью обыкновенной вилки установить на место соскочившую собачку с молнии. У каждого в жизни случалась ситуация, когда соскакивает собачка с молнии, а причин на это несколько. Молния уже послужила довольно долгое время вам верой и правдой, и в какой-то момент, что вы даже не заметили, с нее соскочил стопор для собачки и, само собой, открывая ее до конца, у вас собачка слетит. Если собачка и не слетит, с помощью ваших усилий, то молния просто разойдется в тот или иной момент, когда стопор отсутствует. Также может быть ситуация, что вы самостоятельно меняете молнию в какой-либо вещи, а купили молнию неправильной длины, и вам ее необходимо укоротить. В этом случае, срезая лишнюю часть, вы срезаете и стопор собачки, и молния у вас в обоих случаях расходится, собачка с нее слетает. Но это совсем не беда, понадобится всего одна минута, самая обыкновенная вилка, чтобы вернуть собачку на ее законное место и застегнуть молнию. Только после того, как вы это проделаете, не нужно забывать сделать стопор. Самый простой элементарный способ – это зашить на месте нахождения собачки молнии нитками с помощью обычной иголки. Способ настолько легок и прост, что у меня складывается ощущение полной уверенности, что получится это сделать у каждого. Для этого вам необходимо взять вилку, положив ее на стол, придавить чем-нибудь тяжеленьким. Затем собачку надеваем на зубчик вилки. Два разошедшихся конца молнии вставляем в собачку, после чего нужно одновременно потянуть. Вот и все, собачка на своем законном месте, способна вновь застегивать и расстегивать молнию. Но не забудьте сделать стопор, чтобы собачка больше не соскакивала. А какие интересные и полезные лайфхаки известны вам? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, поддержите нас лайком и подпиской на канал.